С высоты птичьего полета открывается нам панорама средневекового Эрфурта, столицы Федеральной земли Тюрингии. Этот город видел много исторических личностей. В знаменитом на весь мир университете преподавал сам Лютер. 7 поколений Бахов были капельмейстерами главного собора. Здесь император Александр I встречался с Наполеоном Бонапартом. И страница этой многовековой истории хранит в своей памяти древний Эрфурт. Среди них хранит он и страницу новейшей истории. Память о визите в 1963 году первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина. Прошло уже столько лет, но при воспоминании об этом человеке, его необыкновенной улыбке расцветают лица горожан. Они сохранили эту память и отстояли ее во время бурных дискуссий 90-х годов. А кадры кинохроники возвращают нас к 12 апреля 1961 года. В 20-ю годовщину полета жители Эрфурта поставили памятник Юрию Алексеевичу Гагарину и назвали в его честь площадь своего города. Этот памятник – точная копия памятника в Москве. А по инициативе наших соотечественников ежегодно в Эрфурте проходят гагаринские дни. На традиционную встречу приходят целыми семьями. Здесь и те, кто встречал Гагарина в те дни на улицах Эрфурта, и их дети, внуки. Они рассматривают фотографии городского музея, альбомы, книги, делятся личными воспоминаниями об этом уже далеком событии. Давно нет Советского Союза, рухнула Берлинская стена, канули в небытие идеологические догмы и постулаты холодной войны. А он жив. Простой русский парень, совершивший свой подвиг во имя всех нас. Именно он осуществил вековую мечту человечества подняться в космос. С его слов «поехали» начался отсчет космической эры человечества. Гагарин был кумиром миллионов жителей Земли. Для многих он и сегодня остается живым, близким и очень трогательным. Именно таким героем на всю жизнь стал Гагарин для профессора Эрфуртского университета американца Хольта Майера. Добрый вечер, господин Майер. Я понимаю, что сегодня у вас был такой день, для вас некоторым образом знаковый. Вы родились в тот год, когда Гагарин полетел в космос, правильно? Вы всю жизнь занимаетесь Юрием Гагариным. Вы сегодня, как профессор Эрфуртского университета, как человек, который занимается Гагариным, как исследователь, вы пытались рассказать аудитории, русско-немецкой аудитории, кто же такой Юрий Гагарин. Все мы знаем, что это был первый человек в космосе, но вы первым сказали, что это определенный бренд –
это поп-звезда. Вы продолжаете утверждать, что это такой же бренд, как, например, Че Гевара, да? Ну, приблизительно. Но, конечно, я уже сказал, что именно настоящего Юрия Гагарина я очень люблю и очень уважаю. Но он даже в 61-м году, который действительно знаковый, поскольку я в этом году родился, что он уже тогда стал поп-звездой и все больше, и больше, и больше, и после смерти все равно. И сейчас это может быть самый главный его признак, я бы даже сказал. Хотя некоторые люди возражают, да, против такого мнения. Ну, вы знаете, вот интересно, что Че Гевара сегодня самый продаваемый в мире бренд. Это да. Известно. И шапочки, и кепочки, и книги, и молодежь знает все. А вы не считаете, что Россия в хорошем смысле должна была бы использовать имя Гагарина как свой бренд для молодежи? Да. Я 100% за. И я думаю, что действительно лучший образец, лучший герой для молодежи сегодняшней, чем Юрий Гагарин, я лучшего не могу себе представить. И я совсем не против. Симпатичный парень, герой, смелый герой. И это может быть, конечно, для всех молодых людей просто только положительная фигура. Это да. Скажите, пожалуйста, вот вы американец. Скажите, вот американская молодежь знает что-нибудь о Гагарине? Я бы сказал, скорее нет. Я думаю, что только академики, только люди, которые занимаются историей. Скажите, а вот если возродить интерес к таким героям, как Гагарин, если поискать в истории, наверное, трудно найти второго такого героя, да, для России. Вот Россия да. все время ищет национальную идею, национального героя. Да. Могло бы способствовать вот возрождению интереса к образу Гагарина тому, чтобы Россию восприняли сегодня в мире, на Западе, как все-таки страну с очень человеческим лицом? Да. Была дискуссия, но в конце концов оказывалось, что есть больше положительных признаков у Гагарина, чем именно отрицательных. И это очень интересно. И это подтверждает, что вы говорите, что как раз именно вот положительные признаки Гагарина, они могут и сегодня быть как-то действительные. Да, я согласен, да. Вы воспринимаете Гагарина как такое русское лицо? Да. Вообще, Гагарин всегда был именно хороший русский парень, и к этому и хороший советский гражданин. Да. И теперь все советского исчезло, и осталось именно только хороший русский парень, и это работает. Вы любите Гагарина? Очень люблю Гагарина, да. И страдаю с ним, что он стал жертвой разных как-то идеологических механизмов. Но я именно сострадаю с ним, как хороший человек, хороший парень, который должен был выполнить роль, которую, может быть, нормальный человек выполнить не мог. Но именно здесь, в Эрфурте, например, просто как пример, он все смеялся, все как-то вежливо велся. И действительно, замечательный человек, которого можно любить. И любят Гагарина жители Эрфурта. Они давно забыли все дискуссии о том, что он был советским космонавтом. Они помнят только, что Гагарин был открытым, мужественным, красивым русским человеком. И они с удовольствием на главной площади своего города подпевают барду Керту Крамбергу. Er kam als Bauernsohn aus irgendeiner Kolchose, grün hinterm Ohr und blauäugig an der Moskwa. Er glaubte so wie viele an das gute ganze Große, obwohl er noch am Kreml schon die Mumien winken sah. Doch er war Optimist und alles andere als blöde, so diente er sich hoch im Schatten der Armee. Der Mond noch über Moskaus Dächern glotzte ziemlich blöde, Gagarin glotzte ran, dass er
Высоко в небо смотрит Юрий Алексеевич Гагарин. Смотрит из самого центра Германии. Словно провожает в космические дали музыку величайшего немца Иоганна Себастьяна Баха. Два знаменитых сына Земли, которых любят и чтят потомки, мечтали о вечности, и они ей принадлежат. Мы никогда не забудем тот апрельский день 50 лет назад, когда человек впервые полетел в космос, и звали его Юрий Алексеевич Гагарин.